На площади у районной администрации были представлены вокальные и танцевальные номера местных коллективов, а воспитанники детской художественной школы номер 2 и школы искусств номер 6 подготовили для жителей и гостей Адлерского района интересную выставку картин. Каждую субботу творческие коллективы, учреждения образования, культуры демонстрируют свое художественное творчество, вокальное, танцевальное, прикладные виды творчества. Каждую субботу перед администрацией великолепный праздник. Фестиваль «Мой Сочи, я тобой горжусь» стартовал в сентябре этого года и уже привлек к участию сотни детей. Они не только показывают свои таланты, но и соревнуются между собой. Итоги фестиваля будут подведены 20 ноября. Лучшие коллективы выступят на гала-концерте в День города.